Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики! Инспекция ФНС России по городу Павловскому Посаду информирует о том, что с 1 января 2019 года в Московской области проводится эксперимент по введению нового специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В добровольном порядке воспользоваться этим режимом смогут те физические лица и индивидуальные предприниматели, кто не имеет наемных работников, производит, продает товары и оказывает услуги, доход от которых составляет не больше 2,4 миллиона рублей в год. Налоговая ставка, по которой рассчитывается налог, составляет 4 или 6% в зависимости от того, кто потребитель – физическое или юридическое лицо. В эту сумму включены отчисления в фонд обязательного медицинского страхования. Самозанятые будут иметь право на социальную пенсию по старости, а для получения страховой пенсии смогут добровольно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно без посещения налоговой инспекции через мобильное приложение «Мой налог», на которое впоследствии будут ежемесячно приходить и извещения на уплату налога. Подробнее узнать о новом налоговом режиме можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Как стать плательщиком налога на профессиональный доход» или специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Помимо Московской области, эксперимент пройдет до 2029 года в трех регионах России – Москве, Калужской области и Республике Татарстан. Налоговые ставки и предельная сумма выручки в этот период не изменятся. Также хотелось бы напомнить всем гражданам, не исполнившие обязанность по уплате имущественных налогов за 2018 год по сроку уплаты 3 декабря 2018 года, необходимо погасить имеющую задолженность в ближайшее время. В случае неисполнения обязанности по уплате налога, налоговый орган направляет в адрес плательщика требования об уплате налогов с начислением пени и обращается в суд с заявлением о взыскании налога и пеней за счет имущества данного физического лица, а также вправе инициировать применение службы судебных приставов и исполнителей ограничений на выезд физического лица за пределы территории Российской Федерации. Спасибо за внимание.